К другим темам. «Стенка на стенку» звучит очень забавно и даже как-то задорно, но вот в реальности это зрелище скорее устрашающее. Не забавы ради, такую потасовку устроили жители улицы Гурьянова. Это видео прислал наш гражданский репортер. Давайте рассматривать. Участвовала в драке группа мужчин, всего их на записи 10. Прямо посреди двора они начали выяснять отношения силой и отчаянно пытались ударить друг друга. Одного из участников попросту загнали в угол парковки, на него набросились сразу несколько человек. Вот так вот лучше видно. Смотрите, тот, что в бордовой футболке, как раз и оказался в самой худшей ситуации. Из-за чего разгорелся конфликт, непонятно. Сейчас сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства этого инцидента. Предлагаю посмотреть, где же все это произошло. Столица, вот, пожалуйста, улица Гурьянова справа от реки. Она проходит на юго-востоке Москвы. Район Печатники. Об улице Гурьянова вы, наверное, слышали в 99-м. Тогда на ней теракт произошел. В результате два дома пострадали. Трагедия унесла жизни более сотни человек. Вот именно здесь и состоялась эта массовая драка. Ну что ж, ждем информации, из-за чего же все это произошло. Обязательно узнаем.